Hola, amigos! На связи Матвей. Да, ребят, наконец-то по вашим многочисленным просьбам я решился и собрал все самые лучшие способы, как можно задонатить Fortnite, играя при этом на андроиде. Ведь все мы знаем, что на мобильных устройствах, к сожалению, донатить мы не можем из-за возникшего конфликта Epic Games с Google и Apple. Ну как не можем? Конкретно в игре задонатить мы не можем, но однако мы это можем сделать через сторонние сайты. При этом все способы, про которые вы услышите в этом видео, абсолютно легальны, так что бояться не стоит, вас никто не забанит. Да и я бы сам не стал бы рекламировать какие-то нелегальные способы по донату, потому что таким образом эпики бы могли отобрать у меня тег автора. Ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, я уверен, если вы зашли на это видео, вы 100% играете в Fortnite Mobile на Android. А если вы играете в Fortnite Mobile, вы должны 100% подписаться именно на меня, потому что здесь вы найдете лучший и единственный контент по Fortnite Mobile в СНГ. Если вы уже подписаны на меня, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучшая поддержка меня – это мой тег-автор мотивкар в вашем враждебном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Discord сервере, ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю перейти к сегодняшней теме. В общем, да, в сегодняшнем видео будет достаточно относительно популярный способ, вроде бы как и многие игроки им пользуются, но в то же время большинство игроков о нем не знают. И сегодня мы это разберем. А именно, я имею в виду способ доната Fortnite на Android через GeForce, то есть через сервис облачного гейминга. Суть его заключается в том, что вы просто скачиваете приложение GeForce Now на любое ваше Android устройство, регистрируетесь в данном приложении, потом находите Fortnite, запускаете его, типа через облачный гейминг, и потом уже через него донатите. Причем цены на донат точно такие же, как и на других устройствах, то есть ПК и консоли. И способы оплаты там точно такие же, как и на других платформах. Я слышал, у многих возникали проблемы с регистрацией в данном сервисе, в принципе, и у меня они тоже возникли. Но сейчас я вам подробно расскажу, как правильно регистрироваться в данном сервисе, чтобы не было никаких проблем, и вы с легкостью заходили в него, запускали Fortnite и донатили. Для начала открываем Play Market на своем Android устройстве. Затем там ищем приложение GeForce Now, ну и спокойно его скачиваем. Как видите, я уже его установил. Когда вы в него зайдете, вам покажется такая картинка, и вам надо будет создать свой аккаунт. Нажимаете на эту единственную кнопку, и вас потом перекидывает на сайт. Тут можно как и войти в существующий аккаунт, но нам надо создать новый. Поэтому нажимаем на вот этот вот плюсик рядом с человечком в правом верхнем углу. Заполняем все данные, которые нас просят, благо тут ничего сложного нету. После того, как вы создадите свой аккаунт, вам остается всего лишь в него войти. После входа вам откроется список игр, которые вы можете открыть. Ищем Fortnite и нажимаем на него. Затем нажимаем играть, и нас перекидывает в очередь игроков. Да, я думаю, единственный минус в этом способе, что вам придется, ну, немного-много подождать. Поэтому я вам рекомендую лучше всего донатить именно ночью, потому что в это время меньше всего игроков активно. В общем, когда подойдет ваша очередь, вас просто спокойно перекинет в игру, ничего качать не надо. Как обычно, заходите в раздел доната, просто выбираете, что вы хотите себе купить, и просто вводите там данные, все как на других платформах. Опять же, этот способ абсолютно легальный, у вас ничего не отберут, V-баксы сохранятся, так что все в порядке. Единственное но — это вводите мой тег-автор мотивкар перед покупкой любых предметов в ежедневном магазине Fortnite. Ну а так все. Да, как оказывается, это все максимально просто, максимально легко. Но опять же, если у вас возникают отдельные вопросы или проблемы по поводу данного способа доната Fortnite Mobile на Android, с ними вы можете смело писать в личные сообщения нашей группы канала ВК, ссылку на которую вы найдете в описании. Я или один из моих админов постарается ответить как можно скорее и помочь вам решить вашу проблему. Ну, а если у вас нету ВКонтакте, можете также мне писать в Инстаграм или в Дискорд. Короче, все ссылки вы найдете в описании. Как связаться со мной, вы знаете. По секрету скажу, есть еще множество других способов, как можно просто донатить Fortnite Mobile на Android, ну или на iOS. Опять же, о них при желании вы сможете узнать в личных сообщениях нашей группы канала ВК, или в моем Инстаграме, или в моем Дискорде. Короче, кому надо, пишите, все вам расскажу. Ну а пока что это все. Как вы видите, донатить Fortnite
Mobile на Android, ну или на iOS, достаточно просто. Ну и раз вы уже собрались донатить, то ни в коем случае не забывайте поддерживать меня, как единственного и наилучшего автора контента по Fortnite Mobile в СНГ, моим тегом автора Motivcar в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите и покупайте исключительно с ним, также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их специально в альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Ну или если у вас нету ВКонтакте, также можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный канал в нашем Discord сервере, ссылку на которого вы тоже найдете в описании. Также не забудьте поставить лайк этому видео, если оно для вас было полезным. Обязательно оформите подписку на данный канал, тут вы найдете много интересных видео, связанных с Fortnite Mobile и не только. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego!